Драка, которая чуть не унесла жизнь одного из самых успешных тренеров в истории сборной России. Как Олег Знарок не испугался 10 бандитов, остался в живых и получил за это медаль. Тема нового выпуска проекта «Хоккей Хистори». Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну а сейчас садимся в хоккейную машину времени. Поехали! Oleg Znarok gets the goal from Karin as he tipped it in at the side of the net. Год 1988. В апреле в США запрещено курение на внутренних авиарейсах длительностью менее 2 часов. В мае состоялся официальный визит президента США Рональда Рейгана в СССР. Президент, который в начале своего срока называл Советский Союз империей зла, стоя рядом с царь-пушкой, признался, что больше так не думает. Это было другое время, другая эра. В июне состоялась премьера американского криминального боевика с элементами комедии «Красная жара». Главные роли в нем сыграли Арнольд Шварценеггер и Джеймс Белуши. Советским зрителям картина запомнилась многочисленными ляпами, а еще ломаным русским с редким для кинематографа того времени матом. В августе группа «Земляне» стала лауреатом международного музыкального фестиваля в польском Сопоте. Советская рок-группа выступила там с песнями «Люди дорог» и «Радость и печаль». В сентябре в Дагестане родился Хабиб Нурмагомедов, чемпион России по боевому самбо, чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион мира по грэпплингу. На профессиональном уровне Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. А вот Олег Знарок встречал 1988 год в Латвии. Страна к тому моменту стала для хоккеиста почти родной. Он переехал туда 5 годами ранее, причем при весьма скандальных обстоятельствах. Вместо того, чтобы стать одним из лидеров родного трактора, нападающий полностью пропустил целый сезон из-за дисквалификации. Формулировка была по нынешним временам не самой обычной – за спаивание коллектива. Были и другие версии. Говорили, что Знарка пытались построить ветераны челябинского клуба, но получили жесткий отпор. От ссылки в фарм-клуб он отказался. Вот и получил отстранение. В итоге на выручку пришел легендарный тренер Владимир Юрзинов, работавший тогда в столице Латвии. В начале 80-х я собирал молодежь для рижского «Динамо» по всему СССР. Мне рассказали про Знарка. Мол, есть хороший хоккеист в Челябинске, но с противным характером. Я сказал: «Везите». Парня 2 дня по городу ловили. Потом посадили в самолет и привезли в Ригу. Когда я его увидел впервые, обомлел. Вид потерянный, болезненный. Лишний вес на глаз угадывается. Думаю, елки-палки, кого ж я взял? Начал с ним работать по индивидуальной программе. Много пришлось попахать и ему, и нам, тренерам, но Олег сцепил зубы, пошел в борьбу за себя. Восстановился, стал лидером. Скандал в Челябинске не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось со Знарком в первые дни 88-го. Спустя годы он будет стараться избегать любых разговоров об этих событиях. О той драке я ничего рассказывать не буду. Давно это было, не люблю и не хочу вспоминать. Хоккеист решил отметить 25-летний юбилей в кругу своей семьи и друзей в юрмальском ресторане «Юра Сперле», а в итоге стал участником очень громкого конфликта. Справедливости ради, началась эта история совсем в другом заведении – в ресторане «Руси» в южной части Риги. Именно туда, во второй день Нового года, пришла шумная компания, которой в определенный момент очень захотелось послушать песню «Люба, братцы, Люба». Выступавший в ресторане ансамбль выполнять заказ ребят с московского района отказался, за что вскоре и поплатился. Музыканты были жестко избиты, а компания отправилась заканчивать вечер в Юрмалу. Как позже будет указано в протоколе, по маршруту ресторан «Руси» и ресторан «Юра Сперле» проследовали в том числе Харитонов Иван, 1954 года рождения, моторист, глав речфлота. Гумба Леонид, 1950 года рождения, экспедитор колхоза Царникава. Елисеев Василий, 1959 года рождения, слесарь жилищно-эксплуатационного района номер 46. Минин Олег, 1962 года рождения, слесарь завода «Автоэлектроприбор». Казалось бы, ничего необычного, если не знать, что некоторые из этих мужчин в середине 90-х будут по праву называться авторитетами, а Харитонов будет проходить по различным уголовным делам, как король рэкетиров. В юрмальском ресторане музыкальный запрос ребят с московского района был удовлетворен. Для них исполнили «Люба, братцы, Люба». Но на этот раз мужчин, по всей видимости, не устроило качество работы музыкантов. В них полетели салфетки и пирожки, но даже в тот момент трудно было представить, чем же все закончится.
В ресторане находился очень темпераментный знарок, а компания Харитонова имела неосторожность задеть его родственников. У дальнейшего развития событий есть несколько версий. Самая популярная. После словесной перепалки Харитонов натянул свитер на голову знарку, после чего и началось массовое побоище. Хотя в уголовном деле можно найти и другие показания о том, из-за чего вспыхнул конфликт. В интернете есть цитаты нескольких участников инцидента, правда, без указания того, кому именно эти слова принадлежат. Харитонов ударил моего тестя, а я ударил Харитонова, и тот упал. Олег Минин вскочил на стол и ударил Олега Знарка в лицо ногой. Я бросила в Минина яблоком и сказала: «Какая же ты скотина!» А он на меня высморкался. Однажды о скандальном вечере высказался и сам Знарок. Подробности звучат, мягко говоря, жутковато. Мы остались вдвоем с отцом, спина к спине, против 10 человек. Все остальные в зале под столом сидели. В той бойне все шло в ход. И стулья, и розочки. Меня просто порезали всего. И отца тоже. Было страшно. Там беспредел был. Официанток душили телефонными проводами. Из других отрывков дела можно узнать, что артиста Фарьетте у выхода из гримерки ждал парень в кожаной куртке с черными маленькими усиками. Троих артистов он избил сразу, а четвертого чуть позже, уже в гримерке. Спустя какое-то время этот же парень появился в зале с телефонным аппаратом в руках и тут же разнес его об чью-то голову, а позже добил аппарат ударом об стол. Итоги конфликта оказались очень неутешительными. 15 пострадавших, пятерым из которых пришлось отправиться в больницу. Помощь врачей потребовалась и будущему тренеру сборной России. Знарку наложили 30 швов. Следы того побоища и сейчас нетрудно увидеть на его лице. Позже хоккеиста еще и наградили медалью за охрану общественного порядка. Ну а Харитонова и компанию впереди ждали следствие и суд. Вот что об этом пишет один из латвийских сайтов. В ходе следствия ребята из московского района проявили единодушие и виновными себя не признавали, хотя в остальном вели себя по-разному. Иван Харитонов наотрез отказался давать какие-либо показания. Также он категорически возражал против того, чтобы его черную кожаную куртку отдавали на экспертизу. Испортят химикатами. Геннадий Валягин, которого отправили в больницу залечивать порезы от стекол, сбежал. Через некоторое время он был задержан в Москве. Олег Минин вернул из изолятора временного содержания свой шарф, поскольку эта вещь дорогая ему как подарок, и он не хочет, чтобы шарф находился в тюрьме. Суд определил участникам побоища разные сроки. В частности, подсудимый Харитонов получил 4,5 года лишения свободы. Валягина осудили на 3,5 года. Знарок же умудрился не пропустить первую тренировку рижского «Динамо» в 88 году. Владимир Юрзинов в своей оценке случившегося был краток. Хорошо, хоть жив остался. Через несколько дней нападающий уже вышел на лед в матче чемпионата страны, а в итоге стал вторым бомбардиром «Динамо», которое сенсационно добралось до финала плей-офф. До победы Знарка на Олимпийских играх со сборной России оставалось 30 лет. Смотрите и другие скандальные эпизоды Hockey History, например, выпуск о хоккеисте сборной СССР, который убил человека и попал в тюрьму. На сегодня это все. Совсем скоро мы добавим новый эпизод в нашу Hockey History. Чтобы его не пропустить, не забудьте позвонить в колокольчик и поднять палец вверх. А еще помните, историю не стоит переписывать, лучше ее пересматривать. Пока!